Рыба. Нет, не та игра. Да и домино, в отличие от шахмат, в олимпийские виды спорта пока не внесли. На интеллектуальные баталии в Ульяновск прибыли профессиональные игроки из Пермского и Краснодарского краев, многих областей России. Этот спорт не терпит громких звуков и резких движений. В турнирном зале полная тишина. Игроки, изредка вставая из своих мест, в задумчивости проходят между столов. Всего их 58 из 13 регионов России. Тишина – это обязательное условие шахматных турниров. То есть разговаривать они не имеют права ни между собой, практически не могут ничего сказать там судьям или другим участникам. То есть тишина должна быть, чтобы их мыслительный процесс ничто не нарушало. То есть они могли спокойно погрузиться полностью в шахматную партию. Правила здесь по строгости напоминают ЕГЭ. С собой на игру можно взять лишь самое необходимое, да легкий перекус. За те часы, которые длится партия, не мудрено проголодаться. Ручка – это обязательно, потому что ведется запись партии. Ручка, бланк, они обеспечены водой. В принципе, наверное, они могут выйти перекусить, то есть какую-то еду, потому что партия идет 4 часа и больше, то может и 5 часов уйти. Среди конкурсентов 2 гроссмейстера, 22 обладателя международных наград. Но есть и те, кто приехал сюда не за победой, а за ценным опытом борьбы с верхушкой турнира. Одна из них – участница команды Липецкой области Гуар Атабекян. За шахматы она впервые взялась в 2 года. Дедушка научил. Однако увлечение, по ее словам, так и осталось на уровне хобби. Я максимум в региональных таких областных турнирах бывала. И все. А на таком уровне в первый раз. Поэтому все очень серьезно для других людей. А для меня это возможность повысить уровень, может быть, потому что играю с сильными ребятами. Для некоторых движение пешек и королей по доске напоминает саму жизнь, а сокрытая в шахматах мудрость может подсказать судьбоносные ходы в реальности. Для других игра – это просто торжество азарта и чистой, отточенной в партиях мысли. Вячеслав Новожилов, Бахтияр Салтанов, репортер 73.